Приветствую всех, друзья! С вами Черный Металл, и да, я приехал к этому городу. Чем я занимался, так сказать, денек? Пробыл, так, а что у меня с Гамовичем? Опять что-то сбилось. Нет. Занимался я денек, копал шахту. Нашел я, короче, друзья, уран, потом покажу. Но я еще не нашел, так, этот цинк. Не цинк, медь-то я нашел, а вот цинк как бы еще. Это меня очень сильно расстраивает. Так, игра. Шли пролагунчики. Вот, вижу уже одну свою цель. В домик быстро залезем. Сейчас только напинаем. Странно, то ли игра посветлее стала, то ли биом такой. Странный. А, у меня же он 9 лимонада есть. Че я тупил? Пока буду шариться по мусоркам. Машинки я здесь разбирать не буду. На элеганчик, да? Да, нафиг скрапно. Накопал я ресов. Ой. Зашатаешься. Просто жесть сколько. Даже не знаю, смогу ли их все... чисто теоретически переплавить. Ой, здравствуйте. Тебе привет. Ну, дубинка нет, спасибо. Как дела? Ну, там ничего интересного нет. Пошли-ка на крышу слазя. По сути, только крыша интересовала. Но лучше зачистить всех зомбей. Англиха подали. Так, кто здесь? Никого. Ага. Здрасте. Не успели. А вы куда? Я здесь. Так, а что тут военный вообще делает? То есть респаун зомбиков зависит еще от моего уровня, так полагаю. Ну, с парфюмом пришел. Какой милый-то. Симпатяшка-няшка. В общем-то, еще, кстати, я прокачал все левелов, друзья, пока шахтой развлекался. Вот это было близко, это было страшно. Пока шахтой развлекался, уровни себе прокачал. Но мне надоело копать. Ой, надоело, потому что ресы два раза вывозил, короче, на базу. Это жесть просто, сколько я там полно вывозил. Я потом это вам покажу. Там обалдеть. Я сам тоже обалдел. Буром прокачиваться. Ох, какая ляпота, друзья мои. Просто... это... просто... я сколько, 5 или 6 уровней поднял, просто тупо копая. Недолгое время, я вам скажу. Но, правда, только когда я ресурсы нашел, я смог его поднять. Что? До этого он так не поднимался. Так, сейф. Помечаем домик. Вот так вот, все. Надо такой быстренький обход домика сделать. Так это у нас что? Морг. Морг, морг, морг. На морге тоже есть второй этаж. В котором я вроде никогда не был, да? Есть тут кто живой? А тут... так, аптечки надо посмотреть. О, витаминку съесть. Так, ну здесь как всегда... а, вспомнил, здесь второго этажа-то нету. Вообще ничего толком нету. Ну, зато витаминку цапал. А здесь для пожертвований. Ты что здесь делаешь? Отдохнуть прилег, видите ли. Ну да, по сути. Чем выше уровня, тем сильнее зомби появляются. Что получается, когда я буду максимально уровня, ко мне будут ферлы бегать? Не, ну если будут респиться одни военные, я не против. Надо против такого, как бы. Непонятного респа. Вот теперь самое вкусное и интересное. Вот эти вот домики.
Домик, я согласен, они так не примечательны ничем. Здрасте. До свидания. Да, голова-то крепкая. Была. Эй, нафиг эти аэродропы. Задолбали. Чё? Это ты как умудрился, мужик? Если я не ошибаюсь, какой-то феральчик, да? Конечно, феральчик. Кто же еще? Сейф есть? Есть. О, отлично. Да уж, что-то тут баскетболистов стало дофига. А кто там орёт-то? Что есть? Ничего нету. Тоже. Здесь что? Бейсбольный клуб какой-то, что ли? Угу. Да, я догадаюсь, на тебя форма не влезла, да? Ну ты если что за них. Так, здесь полазили. Пошли в эту сбегаем. Телек всегда надо разбирать. Тихо. Где? Вообще непонятно, где он там орёт. Ну, пока чисто. Здесь тоже как бы более-менее нормально все. Наверху что ли разорались? Здравствуй, друг четвероногий. Так, жалко, здесь на шлемы нельзя фонарики цеплять. Здесь вообще ничего полезного нет. Нет, ну немножко бронзы надыбал. Все, да? Ладно, поперлись отсюда его. Раз ничего нет. Ну, значит, можно смело сматываться. А бронзу я запилю. Нафиг здесь делать с ценным ресом. Это странно, в некоторых домиках бывает что-нибудь, в некоторых нет. А здесь у нас еще может быть интересного. Ты что, издеваешься, что ли, игра? Че так много баскетболистов? Или там бейсболисты? Давайте еще одно сидящего на горшке, чтобы я вообще был просто в шоке. Так, кстати, надо кое-что поубрасывать, да. Лампочки не нужны, компаунд боун. Это все, возможно, пригодится. Так, и что, домик без секретика? Не верю. А, значит, домик такой, бесполезный. Жалко. Я думал, хоть что-то полезное будет. Так, давайте сразу винтовочку закину, пистолетик, лучок и ботиночки шлемом. Что-то такие домики как-то мне стали... О! А вот, кстати, большой такой двухэтажный домик. Это надо посмотреть.
Настоящая красавица. Мне пластик, кстати, нужен, так что не обижайтесь, что я телеки буду разбирать. Пластик нужен на вот эти вот стекла усиленные. А мне его довольно-таки мало, потому что я его по дурости своей продал. Теперь об этом жалею. У торговца обратно не выкупить. У меня хоть и денег дофига. Решил пару серий поснимать, потому что очень интересно городочки попутешествовать. Потом, если получится, найду наконец-таки все ресурсы. Я там оставил специально две залежи с этим. С ураном. Покажу, как они выглядят. Ну там залежи, как сказать, небольшие кусочки. Ничего особенного нету. Но искал я его довольно-таки, можно сказать, долго. Привет! Вот почему я не удивляюсь, то, что вас вообще вижу здесь? Уже не удивляюсь. Вообще не понимаю, что вы здесь забыли-то, а? А, ну да, американский футбол называется бейсбол, точно. Помнил. Странно, что никого нету. Так, прочитать смогу? Оу, надо же. Kill зомби копс. Убейте зомби полицейских. Не зашибись. Постараюсь. Если они меня сами раньше не завалят. А хотя, а те зомби полицейские, кстати, относятся к зомби полицейским или нет? По сути-то относятся, по игре может и нет. Угу. Но. Сейфика здесь нету, да? Так, ну еще два домика давайте посмотрим маленькие. Раз и два. Похоже абсолютно. Да, похоже абсолютно. Ну давайте в один залезем. Хотя заценим. Тут даже их три. Макарешкин. А вот здесь вот вроде что-то и было вкусное. Вы в тумочке храните у себя пакет с кровью? Мне интересно. Я лично не знаю, кто может хранить в тумочке пакет с кровью. Хотя могу догадаться. Но мне чувство от этого ни холодно, ни жарко не станет. Да, я правильно угадал. Это домик у нас с подвальчиком, который может быть вкусняшки. И чердачком, которым толстая, как правило. Да? Ну, нифига тут никого нету. Кондими сейчас не интересен. Ладно. Здорово, мужики. Мило. Ну, нифига, да? Чё хотел, то не получил. Забавно. Надо бы им быструю клавишу сделать на выставление пометок. Так, а краны у нас какие железные? Мне интересно. Не, бронзовый краник бы. Ладно, давайте тут через окно зайдем. Я буду через дверь проще, может. Так, есть кто? Да, одного вижу. Мужчина. Я здесь. Я здесь говорю. Так, ничего. Ну, гаечный ключ. На рефайн подойдет. А тебе что холодно-то стало? Ты ж в куртке. Издеваешься, что ли, надо мной?
Да в кого ты такой прочный-то, а? Бабушку или маму? Ну ладно. Такс. Да ё-моё, давай спускайся. Сделали не лестницу, блин, трехмерную, теперь даже фиг спустишься. Так, здание одинаковое, по сути, по факту. А, ну да, то есть, короче, в эти здания толку лазить нету. Тот тоже домик. Сейфов нету. Надо пытаться запомнить вообще, чем они отличаются. Себя себе. Я бы не сказал, что так все плохо, как могло быть. Так, где мой мопедик? Поехали далее, посмотрим. Так, и тут у нас бункер, да? Или... Ну, этот домик, не знаю. Вот этот домик вроде. Типа домика выжившего, да? Вроде бы да. Но здесь ничего нет, это я точно уже понял. Так, а подвал, подвал. Точно. В этих домах надо аккуратнее смотреть, если здесь подвал. Если есть подвал, значит есть вода и значит есть сейф. Под водой. Здесь, походу, нифига такого подобного нету. Можно заглянуть, конечно, посмотреть, есть ли выживший. Давайте забежим. Так. Любопытно, что нету, но не интересно так. Да, классная находка. Так, ладно, спускаемся модным способом. Я еще и заболел вдобавок, да? Так, ты вылечишься? Чудо ты. Нет, не вылечится. Ну ладно. Зато он охладится. Ядрить напополам. Давайте домик поинтереснее какой-нибудь найдем. Что-то как-то эти домики уж... Я что там в окне видел? А, это просто такой вид. Не, домики нам поинтереснее искать. Я вот такие домики, друзья, вы... Вот такой давайте осмотрим еще. Потому что они одинаковые. Некоторые домики хочу не на запись лутать, не записывать одно и то же. Смысла в этом особенного не вижу. Мне нужны дома только с сейфами. Делать нарезку чисто сейфов, надо подумать, кстати. Довольно-таки геморройное занятие, я вам скажу. А, вот ты где. Ты ж, блин, зараза. Чистота и спокойствие. Наше все. Никого.
что, тоже никого нет? Что это вы издеваетесь? Ну, ну, это тоже ничего скажу. Ну да, такие пустые домики. Нефиг тут, короче, делать. Так, побегали, посмотрели. Вообще-то, если играете, то надо каждый дом лутать вообще, по большому счету, и смотреть. Если играете с респауном лута, так. Если играете с респауном лута, то каждый домик бегать смотреть не надо. О, слушайте, я давно не видел таких домиков. А, прикольно. Я помню, в таком ныкался, деревянном. Ох, я матерился. Да первая орда его там разобрала. Это я его помню. Так, и куда бы здесь мне замотаться, кроме как многоэтажки? Там многоэтажки, там многоэтажками. О, пожарная депошечка. Ага, понятно, что-то подлагивает. Вряд ли они по мне там стреляют. Из-за движения NPC подлагивает и сразу чувствуется так. Ох, нифига себе здесь. А кто есть еще тут? Лихо. Лихо, друзья. Заскочил. Я вроде в таком помещении похожем был. И. Прикольная. Полутать надо по любасу. Ну, а что-нибудь ценное можно? О! Уху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 х
нельзя сделать, типа суперпроводки или что-нибудь такое в этом духе. А вы догадайтесь, что я сейчас сделаю, да? Где мой там бедный мопедик? И что у него там за детали? Ой. А, ну конечно. Мопедик, так я свой... Слышь, не видишь, я занят со своим другом лучшим. Приперлась она тут. Ну, осталось только раму. И вообще вот няшка-вкусняшка. Так, а может раму-то сейчас я где-нибудь и найду. Оп-оп. Сейчас посмотрим, может и мопедик обновим как раз. На книжка. Это что-то новенькое. Ботинки начали падать какие-то. Я все-таки раньше падал лучше. Здорово, мужик. Да, зомби начали респиться сильнее. Это я вам определенно могу сказать. Если бы где-то респились военные зомби, я бы это запомнил. А, вот почему, может, в лагерях-то никто не респился, когда я заходил. Уровень был маленький, или день был не тот. Или я вообще фиг его знает, короче. О, блин. Почему респится, почему не респится, непонятно. Шейва, да? Так, а пластинки-то вообще-то незачем, ну, это тоже. Ой, пугают меня, зараза, пугают. Так, давай-ка я вот такую вот фишку съем. Буду иммунен к инфекции хоть на некоторое время. Это мне не повредит и хуже не сделает. Я лучше тоже не сделает, ну да ладно. Так. Пурум-пурум. Нифига нет. О, здравствуйте.
Здорово, мужик. А, так он меня не видел, бедняжка. Быстрее можете? Спасибо. Ой, феральчик. Ой-ой, было страшно. Да хорош там палить. Пали, да чертовы. Такс. Лесом, лесом, полем, полем. Это, кстати, тоже. Спасибо, мужик. Это мне пригодится. Я пущу на благое дело. То есть не на патроны и на продажу. Больше пока мне от этого толку нет. Так. Телевизоры всегда в разборку. Пластик, пластик, все мое. Что у нас здесь, интересно? Ничего. Абсолютно ничего. Их-то я вижу. Да ёшкин ты кот! Блин, как и обделаться можно. О. Так, это мне пригодится. Это нет, это да, это нет. Это все нафиг надо. Короче. А где кирка у меня? Да, я дел кирку. Да иди ты нафиг, куда я кирку дел? Я чё, я скрапнул, что ли? Да ладно. Гоните. Не верю. Ну ладно. Буду топором развлекаться. Да нету. Чё, реально скрапнул? Хе-хе-хе, вот дятел, да? А ведь могу, если захочу, 600-ю кирку-то. А почему бы и нет? Да. Слов нету. Я, наверное, от испуга нажал клавишу не ту. Тебе что надо? А этот еще прилез. О, да-да, как страшно. Тут страшно то, что я, кажется, пистолет профукал. Ой, кирку. И как дальше что-то вскрывать, я, блин, без понятия. Просто выложил по дурости своей. Сейчас выложил я ее. Я ее просто профукал. Как последний лошара. Ты че ругаешься? Так, автоматик-то отдай.
Автомат отдай. Гад какой. О, ну, у меня есть небольшая замена, так что подойдет на первое время. Так, вместо чего ее положить? Вместо костей. Ну ладно. Кирку имеем хоть какую-то. Пофиг веники. Ой, да. Осел Ослович, рад познакомиться. Барон Баранович, да? Такс. Аптечки. Ну, пуколку сюда. Бензин давайте дозаправим вообще. Что я его с собой таскаю? Столько ткани мне нафиг не сдалось. У меня ее уже не знаю. Коллекционировать можно. Это тоже мне не надо. Ну, остальное вроде как. Можете пригодиться где-нибудь. Так, эти дятлики отсюда пробежали, да? Эй. Судя по тому, что никто не стреляет, их всех уже загасили. То есть, короче, кого-то тут уже завалили. А ну-ка, дядь, посмотри-ка на меня. Что они этого ли мы увидели? Так, сейчас я тут зомбям надаю порушиться. Ох, нифига вас тут-то. Ты типа что, их защитить должен, что ли? Ой-ой-ой, кровотечение. О! Чё-то какой-то жесткий городок, я вам скажу. Короче, мне кажется, надо выход будет тут закрыть от греха подальше. Они не выбежали. А, скраб-фреймы, ну конечно, мозгов у меня как всегда ума палата. Так, давай-ка я у тебя заданий понабираю. Я могу их с самого начала уже с собой брать. Я думал, какую-то там верность надо заслужить, еще что-нибудь. Оказывается, нет, оказывается, некоторых можно понабрать так чисто на халявку. Ладно, я пока не закрою. Заданица потом, посмотрю, какой он мне дал. Не, ну церковь, конечно, здесь выглядит безбашенно. Ужасающе, так сказать. Крысы есть. Фиговый огород без крыс.
Так, многоэтажка, многоэтажка. Многоэтажечка. Не очень хочу. Ставлю на потом. Так, мне сейчас интересно посмотреть, здесь есть ли бандюганы. Ну, урона в два раза меньше наношу, зато хоть что-то. Так, ну здесь секретов, смотрю, никаких нет. Секретик у нас где-то здесь был. Я точно помню. Давайте, на выход. Ну как ты там поперся? Так, это два оружейных ящика должны быть. Обалденное оружие. Да нафиг не то надо. А стоп, это что у нас? Кигер Коунтер. Вы хотите сказать, что... Да ладно! Слушайте, он что, реально может плутонием найти? То есть то, что я в шахте там копал, как умалишенный? Да ладно! Не верю. А, прекрасно. Я накопал там целую тонну топлива, еще сейчас здесь соберу 3 тонны топлива. Ну ладно. Это хоть то помещение или нет? Это второй этаж. Самое вкусное. Так, это вроде не то, а то получается помещение захвачено вроде как бандитами, да? Слушайте, счетчик Гейгера надо проверить. Даже забавно. Он мне никакую отметку не дал? Нет, не дал. Название счетчика Гейгера я запомнил, потому что у меня есть. Спрашивайте, зачем? Не, такое полубесполезно полезное здание. Несколько бочек. Странно как-то. Мне вообще не интересно. Ну, а что-нибудь еще вкусненького можно? Нет, спасибо. Отказываюсь. А, только тут получается один этот секрет и все, да? Ладно. Буду знать. Есть вот такое вот бесполезное здание. Слушайте, а счетчик Гейгера это вообще тема. Это то есть есть бандитский, блин, Петербург.
сейчас пойду кое-кому по рогам тут наставляю. Все. Иди лес. Кажется, полобойму молоко пустил, ну и пофиг. Вот его с 50 миллиметров. А, это 5,56 миллиметров. Любопытно. Хотя без точки выглядит как 556 миллиметров. Представьте себе патрончик такой 556 миллиметров. Я что-то немножко представил, мне поплохело. Нехило так бы можно было сжахнуть. Так, здесь что-нибудь еще посмотреть. Эту, нету, нету. Слушайте, ну зомби здесь что-то это... Капец какой-то прям. Ну крыса-то ладно, это я понимаю. Как обычно. Так, сюда можно залезть, но здесь ничего ценного нет, кстати говоря. Так, здесь где-то было что-то интересное. Это у нас стоянка, нифига не интересно. По заправке я пошарился. В этом магазинчике я тоже был. XTP, да давай проезжайте. А, еще этого не хватает. Ава-ава. Так. Здесь мне не интересно. Здесь походу остались только многоэтажки. И вот этот вот домик. Розовый слоник. Ну ладненько. Буду, пожалуй, на этом заканчивать, друзья. В следующей серии смотрю этот домик. Пробежимся по многоэтажкам, если не найду ничего поинтересней. Но что-то мне кажется, здесь, кроме многоэтажек-то, ничего толком и нет интересного. Есть какие-нибудь военные базы? Вроде же были, а вот они. Ну да, и также надо будет еще по военным базам пробежаться. Что ж. Ну, понравилось, ставьте лайки, комментарии, а просто оставляйте под видео на ютубе. Ну вот счетчик Гейгера, знаете, я, конечно, извиняюсь, надо будет проверить его. Если он работает, тогда это вообще обалденно темная вещь. This may help you find nuclear plant. А, вы можете найти атомную электростанцию с помощью него. Да ладно. То есть я могу ездить и находить атомную электростанцию. Слушайте, надо проверить. Всем удачи. Всем пока. Блин, как будто сейчас взорвется.